давай, Никита, поторапливайте. Должны успеть. А ну-ка, Никита, поцепи. Ага, вот какой-то. С зэками. А куда следует? А, куда-то за Челябу. И то в Томске, то в Омске. Ух ты! Постоят они тут. Пока это, круговерть не утихнет. Да. И пути не расчистят. Все замело, засыпало. Приехали. Тебе-то приехали, еще жрать и жрать. Подставляй корыто. Начальник, а как местечко-то называется, а? А тебе не все равно? А может, подохну здесь? А где подох, и знать не буду. Какая-то берег от чертова. Будь она трижды неладна. Вереха. Вереха. Видно, сам сатана взвеселился. Правит свой поганый праздник, зиму-то провожаючи. А какую круговерть устроил? Старший, кто? Ну, я. Ну, что, дед, как думаешь? Застряли надолго? Ну, так ведь тут раз на раз не приходится. Тут самое главное, вон, когда мести перестанет. Для нас, для наших краев это дело привычное. Связь не работает. Как не работает? Почти сутки как не работает. Провода пообрывал. Провода. А может, чайку? А? Чайку. А? Что за хрень? Стой, сука! Стой! Стоять! Чего? Куда стреляешь? Он убежал! Он убежал, сука! Лапа упала неожиданно. Да я тебя... Темень, а я... Трибунал, понял? Я побежал, а он... А он это, туда. А я не успел даже. Где дежурный? Дежурный где? В караулке дрыхнет. Бегом, сюда! Есть! А он это... А он удрал. Я чувствовал, что-то случится.
Шурк, а, Шурк, ты спишь? Больно уж ты спишь безобразно. Проснись, Шурк. За стенкой кто-то шаркается. Да проснись же ты. Что? Я говорю, за стенкой кто-то ходит. Кому уж там ходить в такую непогодь? Вечно тебе мерещится всячина. Эх, только сон про лето увидел. О, слышишь? Телушка, наверное, стерва худая. Опять дверь в сыроюхе высадила. Вот и я говорю, замерзнет чего доброго. Смотри у меня, не бей животину. Стельная она. Зашибешь теленочка ненароком. Да где ж ей стельной-то быть? Один бык на всю деревню, и тот неспособный. Не умничай. Слышишь? Стучится кто-то. Телушка б так не смогла. Да куда уж ей, дури безрогой. А не отец ли твой? Напился, поди, выдумал в гости нагрянуть. Да погоди ты! Вечно поперек суешься. Кто? Откройте! Кому открыть-то? Шурка, ты! Шур, это я! Полетаев, Кирилл, помнишь меня? А? Шур, прошу, открой, а? Открой, а самой верхи. Пешком топаю. Руки-ноги поморозил, а? Что ты мелешь, родимчик? Кирилл-то где, знаешь? Анна Захаровна, это я, Кирилл Полетаев, Анна Захаровна. Откройте, а? Помните, я еще на вашей верке жениться хотел, а? Ну, Мишка отбил, а? Не ври. Кирилл Полетаев с войны не вернулся. Папка сказывал, его особым судом судили. За шпионство. Так отпустили? Отпустили, вот, вернулся. Откройте, а? Ну, он что ли? Вроде не врет, а голос-то незнакомый. Время-то сколько прошло? Анна Захаровна, помните, на майские праздники я еще на столб-то залезал за сапогами, да и сорвался вниз, помните, а? И вправду, что ли, Кирилл? Ну что стоишь? Открывай дверь, заморозим мужика под дверью. Зарос-то как, господи! Сбрасывай все с себя. У меня водичка горячая есть, побоишься. Голодный поди, я сейчас. Замерз. Ну что ты стоишь, как истукан? Помоги человеку раздеться. Что это? Кровь. Ранен я. Худо будет, если узнает кто. Как же так, Кирюша? Дядь Кирилл. Господи. Шурк, помоги. У меня побег, ты понял? Побег? Да. Что хочешь сделать, чтобы к утру связь была? Понял. Не управишься, сам пойдешь на его место. Сам пойдешь на его место, ты понял меня? Как пособник пойдешь, сволочь. Молчи. Бегом отсюда. Да. Бегом. Да. Будет сделано. Есть, товарищ капитан. Вот он, сопчик. Весь как на ладони. Окруженец. Так точно, товарищ капитан. Четвертак. Без права переписки. Полетаев Кирилл. Восьмого года рождения. Ага. Так он местный. Так точно, товарищ капитан. Тутошний. Местный. Все было. Все. Сначала военное начальство понаехало, потом гражданское. Ну вот. Опросили нас.
Значит, окруженцев каждого по отдельности признавать, мол, честно. А в чем признаваться-то? Как так получилось, что все погибли, а вам удалось выбраться? Мол, честные бойцы из окружения не выходят. Шпионы выходят из окружения. Господи. Трибуналом судили. Ну да. Кому повезло, тех в штрафбаты на передовую. А вас? Меня в Архангельский край. Там за колючкой завод строился. Михаил-то как вернулся, заходил в Боровое к вашим. Уж не знаю, о чем они там говорили. Только через 2 дня Полина прибегала, плакала, просила не рассказывать Зойке. А так при случае сказать, что ты, мол, погиб. Да. А Мишка-то ваш, как он? А что Мишка? Года не прошло, как Веруська умерла, а он себе уже завел какую-то там. Да подожди ты, бабушка. Здесь-то вы как очутились? В общем, посадили нас в теплушке и отправили. Сколько ехали, не помню, долго, 2 недели, 3, не знаю. Мне всю дорогу Зойка снилась. Снится и снится. А тут вдруг слышу Вериха. Думаю, что за Вериха? Наш, что ли? Угу. Страшно мне стало, что так и помру здесь. И не увижу больше никогда ее. Зойка мою. Ну и побежал. Побежал. Убьют, думаю, но туда мне и дорога. И слава богу, отмучусь. Что ж теперь делать будете? Да мне только Зойку с Полиной увидеть. А там хуже, чем было, уж не будет. Да. Я только обогреюсь и пойду. Куда? До Борового по 30 верст будет. Путей-то туда и в летнее время не было, а сейчас. Ладно, спать давайте. А утром придумаем что-нибудь. Поторщите денек на палатях, а там видно будет. Смотри, не вздумай с бабами трепануться. Не, что я дура. Ты уже совсем меня не в грош ставишь. Шурк, ты не пугайся, я по ночам разговариваю. Да не испугайся, дядь Кирилл. У нас бабушка храпит, как мужик. Привык уж. На вот, постели ему там помягче. А я пойду печь вытоплю. Курить бы. Потерпите, дядя Кирилл. Завтра добуду. Ты не веришь мне, Шурка? Чего не веришь?
Все неожиданно как-то. Спите, дядя Кирилл. Спите. Прошу вас не терять бдительность и обо всех подозрительных типах сообщать мне или Кузьмичу. Все понятно? Да, понятно. Вопросы есть? Нет. Ну, тогда все свободны. Вот туда ставь. Да, Клавдия Ивановна, вот такая беда приключилась. Для всей деревни беда. Ага. Пришла беда, отворяй ворота. Только не болтай лишнего. Что? А когда это что болтала, а? Вот люди, а? Когда это я болтала, что? Ну что, долго еще? Угу. Сейчас поедем. Постой! Чего тебе? Иди, что скажу! Да некогда мне с тобой лясы точить! Да погоди, ты говори! Что-то очень важное! Получай! Маруся! Ой, она одного! Нечестно! Понимаешь, Кузьмич, отца навестить хочу. Давно не видел. Хворает он. В мастерских у нас работы немного. Колька меня подменит. Угу. Чего? Скучаешь по отсюда? Угу. Понял. Лады. Иди. Да. Ане Захаровне привет передай. И отцу тоже. Хорошо. Я мигом, туда и обратно. Давай. Ну, чего еще? Забыл совсем. У бабки ноги крутит. Ну, так что? Махорка нужна. Она отвары делает. Говорит, помогает. Угу. Помогает, говоришь? Угу. Ну, гляди, ежели увижу, что куришь, уши оторву. Понял? Понял. Хватит столько? Хватит. Ну, давай, дуй. Спасибо, Кузьмич. Ну что, Кузьмич отпустил? Отпустил. Только соврать пришлось. Сказал, что отец заболел. Проведать хочу. А что, дядя Кирилл спит? Спит? Да какой уж тут сон. Дядя Кирилл, вот, возьмите, махорка. Там в углу газета лежит. Спасибо, Шурк, выручил. Где взял? Кузьмич дал. Ой, Шурка, смотри, если куришь, уши оборву. Thank you.
Дядя Кирилл. Ау. Вы на лыжах крепко стоите? Смогу, а что? Так, ничего. Ты, Анна Захаровна, знать, снегурку лепишь. Все утро снег в избу таскаешь. Клавдия Ивановна, чтоб тебе пусто было. А что это ты так? Испужала. Вывернулась, будто из-под снега. Стирку вот затеяла. Идем в избу. Чего тебе? Что-то важное скажу. Идем. Милости прошу. Давай. Вечно ты не вовремя. Дверь это плотнее закрывай. Ага. Чего тебе дома не сидится? Кто это? Ой! Ну что еще? Ой, спина! Господи, ноги обтопчи! Держите! Шурка! Ну что ты под ноги поставил-то? Я себе шею сверну когда-нибудь. Проходи, Клавдия Ивановна. Шур, опять надымил идол. Ну, 100 раз говорено, выходи курить на улку. Ночью проснулась, дымище инда дух захватывает. Думала, печку рано закрыла. А он на палатях удумал жадать табачища. Весь потолок прокоптил неслух. Скоро праздник, а изба как курная. Ты что это, Шурик? Давно ли курить-то начал? Давно, как отец уехал. Раньше, однако, курил, таился. А теперь, как вдвоем остались, в открытую начал. На охоту собрался? К отцу. Кузьмич отпустил. Дня на три, что ли? На три, не на три. Сколько надо, столько и погощу. Ага. К отцу, говоришь? Это дело хорошее. Когда отправляешься? Завтра утром. Утром. Я вот что пришла. Вчера в ночь с особого эшелона в Верихе осужденный бежал. Батюшки, убивец, что ли? Нет, матушка, ни вор, ни убийца. Осужден трибуналом по 58-й. Враг народный, одним словом. А чего он бежал-то? А кто знает? Из района звонили, толком ничего не разъяснили. Я к тому говорю, что, может, услышите что? Ты к отцу-то на лыжах пойдешь? Ясно. Смотри там, вдруг приметишь кого? В лесу-то? Нечто время сейчас, чтобы по кустам прятаться. Ну, мало ли, может, гаит его что, услышишь. А таких всего ожидать можно. А чего он в наших краях-то? Ну, может, связи каких ищет. С войны-то много разного сброду приблудилось. Так уж, если узнаете, что мне или Кузьмичу, сообщите. Ага. А курить, Шурик, негоже. С этих-то лет организм травить. Ах, некому тебе уши надрать. Да, вот еще что. Дай книжку какую-нибудь моему Витьке почитать. Какую книжку-то? Ну, вроде Диккенсона какого-нибудь. Диккенсона, наверное. Так я и говорю. Боюсь, ваш Витька этого писателя и читать не будет. А что это? А скучно покажется. Ох уж! Тебе так не скучно, а ему же скучно. Здесь букв много. Дай сюда. Ишь ты, Диккенсон. Пошла я. Бывайте пока здоровенько. Иди уже. Иди с Богом. Носят ее черти. Слышал, Кирюша? Слышал. Кузьмич ничего про это не сказывал? А что он скажет? Даже если и знает, так не проговорится, как эта дура поднебесная. Я вот что подумал, дядя Кирилл. Как стемнеет, отведу вас в одно укромное местечко на лихом болоте. Там и укроетесь.
Кроме меня и Кузьмича, никто это место не знает. Есть там одна землянка. Бабушка, давай, чего сидишь? Готовь чего в дорогу. Иду, иду. День-другой там перекантуетесь, а я тем временем к отцу в ГАИ смотаюсь. С ним потолкую. На вот возьми Мишкины подштанники. Теплые с начесом. Рубашка байкова. Шурка все равно их не носит. Патронов жаль маловато. Шурка. Да. Может, не надо? Что не надо? Может, я один на лихой болот пойду? Куда? Ладно, пойдем. Дорогой уговоримся. А там придумаем что-нибудь. Шурк, вертайся скорее, а то я изведусь вся. Да ладно, ладно. Пойдемте, дядя Кирилл. Дядя Кирилл. Прости, Боже, решение наше вольное и невольное. Я же в слове и в деле. Я же в ведении и неведении. Кто? Захаровна, это я, Клавдия. Погоди, милая, обуюсь. Шляется. Чего, спрашивается, шляется? Какого кляпа ей надо? Вынюхивает рожна какого-то. Заходи. Я это, не пугайся. Давай, проходи. Ты, соседушка, меня когда-нибудь до кондрашки доведешь. Я на минутку. Шла мимо, дай, думаю, взгляну. А Шурик-то где? Ушел. Куда? В Гаитово, к отцу. На ночь? Хотел ведь утром. А что ему? Зарядил ружье, встал на лыжи и был таков. Ой, распустила ты его, голуба. Курит вот. Уж поди за девками ухлёстывает. Давай чайку попьем. Да ты садись, садись, неугомонная. Ночь на дворе, а у тебя все дела какие-то. Актив у нас был. Ага. Из района и области понаехали. Часть с проверкой. Хоть бы в лавку заглянули. Уж больно много там безобразий. Да не до лавки им. Того, что с эшелона сбежал, ищут. Не как птица важная. Нашинский он. Из Борового. Кирилл Полетаев. Какой такой Полетаев? Да будто не помнишь.
с Мишкой вашим до войны якшался. Эка, у Михаила до войны друзей черти сколько было. За Веркой вашей ухаживал. Белявенький такой, толстый. Да ну нет же. Поджарый такой, черный как цыган. Красивый такой, статный. Ну. Что-то не припомню такого. Да ну полно. Ну вспомни. Как-то раз на майские праздники на гулянье по столбу за сапогами лазил и упал. Думали, убился. А он вскочил, сапоги-то в толпу девок бросил и водки потребовал. Нет, не помню. Ну вот. А я сказала, чтоб тебя поспрашали. Да что ты, бог с тобой. Чё спрашивать-то? Не путала б ты нас в это дело. Теперь Михаила потянут. Про Мишку я ничего не сказала. Скажешь еще, у тебя не задержится. Знаешь, время-то какое? А что время? Какое такое время? Хорошее время. Война давно победой кончилась. Колхоз мало-помалу чуть не передовым становится. Клуб он новый какой отстроили. Самое такое время патриотическое. Слава тебе, Господи, и партии, и правительству. Ну, слава-то слава, а вот видишь, убивцы да враги шлындают. Что им там скажу, коли я ничего не знаю? Ох, соседушка, удружила ты мне пакость несусветную. Ну что, тебя убудет, что ли? Ну, вызовут, ну, спросят. Я партийная, понимаешь? С меня активности требуют. Лезешь в каждую дырку, вот и требуют. Ну ладно, все. Не разоряйся. Скажу там, чтобы тебя не трогали. А про Мишку-то, да и про других. Без нас с тобой дознаются. Вы что, дядя Кирилл? А? Ничего, я... Может, отдохнем, устал я. Долго еще? Да нет, вон там, за осинником. Как раз наша землянка. Да не бойтесь, дядя Кирилл. Здесь нас никто не сможет найти. Фух, ну наконец-то. Вот эта землянка, дядя Кирилл. Я же говорил. Дядя Кирилл, помогите, дядя Кирилл. Тут все примерзло. Отвалить ее надо. Сейчас еще. Я вот что думаю, дядя Кирилл. К отцу, пожалуй, мне идти не стоит. Что он придумает? Ну, лучше так сделаем. Ночку пересидим в землянке, а утром я схожу в Боровое. Встречусь с вашими. Переговорю потихоньку. Ты мне, Шур, ты, главное, Зойку мне приведи. Полин-то она вряд ли согласится. А Зойка придет обязательно. Мне бы только Зойку увидеть. Дядя Кирилл, где вы живете? Скажите, я в Боровом года два не был. А,
Ну так пойдешь по Казенской дороге и третий дом по правую руку. Маленький такой. Ага. Слушай, а что если не третий дом? А что если пристроился кто? Сбоку. Столько лет прошло, а? А какие приметы? На какой улице? Приметы? Приметы. А! Сосна! Угу. Сосна у меня там растет. Посреди огорода. Я еще там к ней скамеечку пристроил. Вот. Сосна. Огромная такая. А что если? А что если спилили сосну? А? Как? А что если спилили сосну-то, а? Господи, столько лет прошло, а? Еще приметы. Лес. Лес подходит к самому огороду. Подходит лес. А, понятно, дядя Кирилл. Вот. Или нет? Господи! Господи! Господи, не помню ничего. Столько лет прошло. Рука еще разболелась. Снопит меня, Шура. Успокойтесь, дядя Кирилл. Найду, не маленький. Ну что же вы так? Успокойтесь. Ты знаешь, какие там люди? Стальные там люди. Каменные люди там. Да. Били они меня по голове. Сильно били. Шура. Успокойтесь. Успокойтесь, дядя Кирилл. Ну что же вы так? Успокойтесь. Боже, страшно мне, Шура. Успокойтесь. Боже, найду, дядя Кирилл. Если не будешь слушаться мамку, то я тебя в угол на горох поставлю. Поняла? Здравствуйте. Танька, кто там? Не знаю, какой-то они школьчики незнакомый. Чего? Незнакомый парень. А чего ему? Чего тебе? Полетаева Полина и дочь ее Зоя здесь проживают? Полетаевых спрашивает. Кого? Фу ты. Тетку Полину и Зойку спрашивает. А что, не тутошны? От Келя. Полина с Зойкой не тут живут. Расскажи ему, Танька. Тетка Полина со своей Зойкой в Шенежде живут. Они давным-давно переехали, когда я еще совсем маленькая была. Как умерла старуха Матрёнина, они в ейный дом переехали. А мы ж мамка да бабушка ждешь жить стали. Теперь мамка-то наша в Жиковку в замуж уехала. А в котором же доме теперь живут Полетаевы? А вон она, видишь? Через два дома на той стороне. Палька малка башка жала, к ней вчера квартиранта поставили. А он непонятный какой-то, шам как зверь, никуда не отлучается. Их обоих преследуют, даже когда они до ветра ходят за баню. Жойка второй день на работу не ходит, а тетка Валина даже к нам не может выскочить. А что же это за квартирант? Не знаю, я его не видела. Валька Малкова говорит, что это муж жених Жойкин. Да. А ты по что к Полетаевам-то? Ты часом не Васька Крутов из Зыковки? Я тебя сразу признала.
Полина-то сказывала, быть там Зойка супротив воли замуж за тебя собралась. Убегу, говорит, да и только. А этот хромой-то часом не переодетый милиционер. Поди сговорились с Полиной. Ох, сграчат тебя, ох, сграчат. Чего ты мелешь? Милиционером-то Шпиридон работает, а это не наша Шкивовша. А ты правда, Вашка? Правда. А чего же не знаешь, где Полетаевы живут? Ты у них никогда не был, Личели? Никогда. Значит, же мужик, убежите. Да куда уж тут бежать? Если хочешь, я к Полетаевым ж бегаю. Жуки прошепчу потихоньку. Я бы это зачем-нибудь. Угу. Я ловкая, на меня и не подумают. Ну, давай. Бабка, бабка! А? Я за чугунком к тетке Полине. За каким чугунком-то? За нашим. Чугунок-то они давно принесли. Что удумала-то? От беса не девка. Я мигом. Чего ж кажать-то? Скажи, что стемна буду ждать. В старой клуне на Казенской дороге. В старой клуне на дороге, когда будет стемна. Ты лучше жапишку напиши. Жапишку-то легче шунуть. Я чешаш-карандаш найду. Только смотри, чтоб никто не увидел. Да уж. Знаю уж. Здравствуйте. Тетка Полина, я за чугуном. За каким таким чугуном? За нашим. Зойка, а ты разве чугун ты не отнесла? Ну? Она тут раньше отнесла, а потом обратно взяла. Полно врать-то. Ничего не знаю, мне бабка накажала. Жабери, говорит, чугунок. Ну, раз нет нашего чугунка, тогда давайте вот этот. Сдурела! Это же горшок! А мы его чугуном жавем. Пьем картошку варить. Ой, как ловко. Фу ты, ну! Ну так и знала, что сотворит что-нибудь паршивка. Вот стерва, а. Вот так и знала. Вот как влетела, так у меня сразу сердце зашлось. Ну что ты будешь делать, а? Тетка Полина, я не нарочно. Не нарочно она. Не нарочно. Выйди быт-то попишить. Что? Я тебя дождусь в перегоне. Держи. Тетка Полина, ты только бабке не говори, она меня выпарит. Убить тебя окаянную мало. Тетка Полина. Ладно тебе, не ной. Сковородку тогда дайте. Уж я ей никак не разобью. Мы тогда картошку на ней жарить будем. Приходите вечером вместе с дяденькой. У нас шало ешьте. Давай, проваливай. Малая бестия. Господи. Вот зараза, принесла нелегкая. Сковородку дайте. Приходите с дяденькой. Чья такая? Уж такая прохвостка, просто беда. Да, давно так не смеялся. Ну, уморила. Да. Куда это вы, Зоя Кирилловна? Туда.
Может, и вам захотелось. Поди пронесло от смеха-то. Пойдемте вместе. Посидим рядышком. Вдвоем-то оно способнее. Все шутите, Зоя Кирилловна. Не задевайте вы ее. Она у меня какая-то шальная, злившись, что хочешь, может выкинуть. Не томите вы мои души вторые сутки. Скажите, что стряслось-то? Может, Зойка моя что натворила, а? Кого ловите-то? Неужто к ней шалаве прийти кто должен? Ну вот. Опять вы в расстройство пустились. Если что и произошло, то вас с дочерью-то не должно касаться. Ага. Спаси и помилуй. Слава Богу Господу. Может, чайку? Ага. У меня и сахарок имеется. Сейчас. Сейчас. Фу ты, опять пустой. Пойду Снежку принесу? Ага, давай, сходи. Ага. Принеси. Ага. Ой. Я скоро. Он так и сказал. На Кожонской дороге. Вот будет ж темно. А ты точно уверена, что это Васька? А я что знаю? Наверное, что готова. Так может, это не Васька, может, из дружков его кто? Да сам сказал, Вашка крутов из Жиковки, и бабка его прижнала. Почитай жапишку. Да черта ли толку от этой каракули? Прискакал ни с того ни с сего, и горя мало. А я тут как волк на псарне. Мать хуже Кутузова, и хромоногий этот. А, батюшки! Уж не Ваську ли он выслеживает? Может, этот сотворил, что в Зыковке доскрылся? А я что знаю? Танька, ты в общем так ему скажи. Если пакость какую-нибудь то сотворил, никуда не пойду. А если все честь честью, пусть ждет. Я отсюда хоть через трубу вылечу, голый да удеру. Поняла? Угу. Ну все, теперь иду, давай. Давай. Как погода? Как погода, спрашиваю? Что? Мало степлело. Степлело, говоришь? С облегчением, Зоя Кирилловна. Я думала, ты там погибла. А у меня запор, маменька. От страха и неизвестности. Ахальница, ты хоть при постороннем-то не огрызалась? Ну ладно тебе. Ах, тварь, а! Ты что это стерва удумала, а? Совсем ошалела, старая? Я тебе дам, ошалела! Я тебе дам, старая! Слышала я, как ты с этой малолетней заразой пригонишь, ушукалась! Да ты что? Я тебе покажу, Ваську Крутова! Да молчи сейчас! А вот и не замолчу! Все расскажу! И не проси! Я не допущу этого злодейства! Не становись у меня на жизненном пути, мать! Все равно по-своему все сделаю! Да в чем, собственно, дело? Вот стерва! Что ты стоишь? Хватай ее! Стоит он! Вот стерва! А ну иди сюда! Не лапай меня, уродина! Держи ее, она у меня прыткая! Пусти меня! Я так вас выбью! Лежать! Лежать, кому сказал! Ты ее сломаешь! Крепче! Крепче держи ее! Она здоровая, как лошадь, завтра вырваться может! Все равно убегу! Все равно с тобой жить не стану! Я люблю его! Ишь ты, люблю! Я тебе такую любовь покажу, что позабудешь, как звать его! Васька, ты чистый разбойник, пьяница, хулиган! Так вы мне, мамаша, прямо скажите! Это что, пацанка засланная? Ну так ясно! Трахнула горшок, и этой дылзе с осколками записку сунула! Какой он из себя этот, Васька? Да рыжий! Молчи, мать! Да лет сколько! А ты вот ее спроси, я с ним не миловалась! Лежать! Так...
Сейчас разберемся. Мать, ты понимаешь, что ты наделала? Ты мне жизнь искалечила, ты мне в душу наплевала! Ой, бесстыжая! Сознайся лучше, был у тебя с этим чертом, что? Было! Все было! Я уж вот клянусь тебе богом беременная! Ну не гадина, а? И не срамотно тебе матери в таком признаваться? И не умри, что тяжелое! Я бы это дело за тобой сразу глядела! Так, пока вы тут драмы свои разыгрываете, я оставлю вас на полчасика. И дверь на ключик закрою. Как? Чтоб невеста не сбежала. А я в окно вылезу. А вот этого, Зоя Кирилловна, делать не советую. А то худо будет. И это серьезно. Я тебе вылезу. Смотри у меня. Я тебя, засранка, так отделаю, что мать родная не узнает. Господи, ведь он туда пошел. Схватит же его сейчас, засудит, ни за что, может быть. Не бойся, ни за что не судит. А коль засудит, так туда и дорога. Ты правда, что ли, брюхатая? Правда. 3 месяца уж как. Господи. Господи. За что ж ты наказал меня так-то? Чем же я перед тобой так согрешила? Доченька ты моя. Кровинушка ты моя ненаглядная. Ну как же это случилось, Господи? Ну как же это случилось, а? Ну как же мы теперь жить-то будем? Господи ты мой. Ага, вот вы где. Танька, кто там? Тут же мой квартирант ихний. Хавай, Шавашка. Эй, лазучица, а ну иди сюда. Лазучица. Так, кто такой? Документы? Нет у меня никаких документов. Кто такой, спрашиваю? А если скажу правду, отпустите? Так, а ну-ка пошли. Ну давай, валяй. Что? Правду свою. Зойку Полетаеву хотели выкрасть. Мать ее за Ваську Крутого не отпускает. Вы помешали. Кто еще? Один я. Сопляк, тебе впору еще по букварю носом елозить, а он девок крадет. Зыковский? Нет. Врешь. По роже вижу. А Васька-то этот где? Не знаю. Мы с ней в казенку должны были податься. Они там договорились встретиться. А оттуда вверху и на поезд. Ну давай, давай. Иди, сучонок. Заходи. Хозяйка! Давай. А ну посмотри внимательно. Узнаешь? Ну вроде знакомая личность. Видела где-то. Так. А вы, Зоя Кирилловна? Не знаю я этого парня. Угу. А ты давай, давай, признавайся. Теперь уж не утаишься. А ну-ка. Постой, да ты никак. Так это Шурка Тимофеев. Казенский. Да и Зойка его хорошо знает. Кто бы мог подумать, а? Такой тихонький, деловитый парнишка. И на тебе, с Васькой связался, а? Нашел себе дружка. Нечего сказать. Ух ты, дылда. Ну что, Тимофеев, признаваться будем? Так, а ну-ка пошли.
Да. А вы, цыпаньки, еще полчасика в заточении посидите и проследите, чтобы все было в порядочке. И учтите, если что, плохо будет. Ну, мать. Ничего, переживешь. Дяденька. Молчи, сучонок. Давай, иди. Пустите, дяденька. Сюда. А я тебе, как коммунист коммунисту говорю. Не успейте в срок, партбилет на стол положишь. Ты понял? Все! Заходи. Кто такое? Да Казенский говорит. Но это мы выясним. Куда его пока определить? Ну, может, в боковушку? Ключ у меня. Ну, давай, отведи. Давай, давай. Ну, пошли, что ли? Давай. Ну, мороз. Да, влип же ты, парень. Стой здесь. Дяденька. Молчи. Сейчас с тобой разговаривать не положено. Давай, входи. Спать не советую. Крыс тут полно. Они сейчас голодные, злые. Ну, а если что, кричи. Угу. Фу! Кыш! Пошли вон! Фу! Кш! Кш! Иди сюда. Вот так, Александр Тимофеев. Васька Крутов в Зыковке третий день пьяный валяется. И ни о каком побеге с небес ты знать ничего не знает. И вы с ним ни друзья, и ни товарищи, и не встречались ни разу. А ты вообще в Гаитово к отцу собирался. Так что ты здесь делаешь? Это же крюк, да еще какой! Ну не мог же я сказать председателю, что иду воровать девку. И второе! Кирилл Полетаев тебе старый адрес дал, иначе бы ты ко мне в руки попал! Так что? Да не знаю никакого Кирилла Полетаева, говорю. Врешь! Вам. Врага прячешь, подлюга! Зиновий Петрович, докладываю. Тут сопляк один попался. Уж больно подозрительно тебя ведет. Кто такой, проверили? Выяснили, Казенский. Ну, выезжай в Казенку. Скоро там буду. Понял. Выезжаем. Давай. Поехали.
Шурка! А ну пошли вон, мать вашу! На! Сидеть! Обыск сделали! Вот я вас сейчас, сукины дети! А ну пошли вон! Сидеть! Пошли вон! На! Ну что? На! Пошли вон! Вот я вам! Но. Стоять. Ну пошел. Пошел, сучонок. Здорово, мужики. Здорово. Шурка! Разговаривать! Здесь? Ага. Пошел. Садись давай. Сюда. Слышь, Пырин, значит, это... Скажи Кузьмичу... Кто такой? Председатель местный. Скажи, что готовил. Саня надо пацана наверх отвезти. С бабкой. Хорошо. Да? Ага. Угу. Давай бабку сюда. Иди сюда. Проходи. Куда ее? В угол. Здрасте. Значит, так. Если сами все рассказываете, отпущу прямо сейчас же. В противном случае... А что рассказывать, родимчик? Нечего нам рассказывать. Зиновий Петрович? Да. Область на проводе. Черт. Иду. Тебя хоть не били? Нет, не били. О, Господи, вот наказание-то. И что им в голову взбрело? Всю избу перевернули, все дома обошли, выспрашивали, не видел ли кто чужого мужчину. Мне в Боровом рассказывали, какого-то Кирилла Полетаева ищут. Знаю. Клавдия Ивановна заходила, сказывала. Никак не припомню я этого Кирилла. А не тот ли, которого на войне убили еще в 41-м? А я знаю. А тебя на кой ляд носила в Боровое? Хоть бы сказался, кому ты там бегал? По любовницу нашел, что ли? Угу. Ох, отец дознается, он тебя вздует. Ох, никак в толк не возьму. Ну почему у нас искали? Неужто подумали, прячем? Где? На палатях аль под столом? Ведь и Клавдия Ивановна все эти дни от нас не вылазила. Ну чё, так и будем в молчанку играть? Сыночек, отпустил бы ты нас с мальцом, ну какой от нас толк? Пырин! Я. Давай этих, чтоб завезли домой. Угу. Пусть оденутся потеплее. И это, давай, бегом. Дело архиважное. Есть. Давай, вставай. Господи, вставай. Что ж такое-то? Давай, иди, тоже избу вставай. Зазорили. Телушка у меня стельная. Иди, давай. Люди добрые. Мальца-то хоть иди. Отпустите. Быстро. Давай, иди. На. Ах ты, ёшкин свет. А старуха, по-моему, совсем не в курсе. А пацан? Да подождите. Дайте отдышаться. На. А парень
Не бы не мы. Чего не бы не мы? Да молчал он. А старуха все чепуху молола. Вы рано вошли. Вот только... Че? Несколько раз упоминали Клавдию Ивановну. Кто такая? Активистка деревенская. Партийная? Да вроде. Давай сюда. Есть. Давай. Сена! Сена-то поболее возьмите. Не то озябните. Ноги пододвинь. Где? Кто? Ну? Меня-то, дурень, не бойся. Давай, говори. За Лихим болотом. Наша землянка. Березин? Я. Отвезешь их в Береху. Дело архиважное. Так, а ты, сучонок, пересядь-ка сюда. Чтобы он твою спину своей чуял. Мужики, а ну помогите. Давай быстро. Давай. Давай, 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 давай. Опа. Пошел. Давай. Пошел. Пошел. Да тем надо стать! Ну, с Богом. Простите нас, люди добрые. Не поминайте лихом. Сюда. Привел. Пусть заходит. Ага. Давай, заходи. Вызывали? Клавдия Ивановна. Да. Я вас внимательно слушаю. Простите, я не знаю, как вас... По имени, отчеству. Это не важно. У нас тут несколько вопросов по делу Полетаева. А я ничего не знаю. Старуха Тимофеева тут кое-что рассказывала про вас. Надо бы уточнить. Да что эта старая ворона сказать может? Врет она все. Ничего я про этого Полетаева не знаю. А чего вы так волнуетесь? Или боимся? А чего бояться, если ничего не знаете? Вспомнила. Сын старухи, отец этого Шурки, в Гаитово живет. Так, вот, это уже кое-что. Ну? Он дружил с Полетаевым до войны. Точно, да. А может, и во время войны. Ну, то, что до войны дружили, это мы и без вас знаем. А вот во время. Подробнее. Да что ж ты такое, Господи? Я же ничегошеньки не ведаю. Тимофеева рассказывала, что вы практически не вылезаете из их дома и живете по соседству. Может быть, слыхали что-нибудь?
Правда, я ничего не знаю. Клавдия Ивановна. Васютин! Слушаю. Ты допроси ее как следует. По-человечески. Чувствую, темнит что-то. Угу. Потом доложишь. Дело потом, не забудь забрать. Есть. Ну что, гражданочка? Продолжим? А я что могу поделать? Пока дороги не наладятся, я тебе ничем помочь не могу. Да я ж тебе русским языком объясняю. Не могу! Ладно, все, все. Утром из области звонить будут. Ночевать пустишь? Так тесно у меня. Может, не поглянется? В тесноте да не в обиде. Пособи там. У вас лавка тут далеко. А зачем лавка? Дома свое имеется. Без запасов не живу. Ну и ладушки. А то я что-то подпростыл. Хорошо, Петрович, полечим. Ну что, пошли? А это как ее? Дурында пуганая. Клавдия Ивановна. Давно у тебя работает? 4 года. Раньше учетчицей была. Чего она плела-то там про Тимофеева Михаила? Правда, что ли, воевали вместе? Кто? Кто-кто? Тимофеев с этим, с Полетаевым? Не знаю. Не знаю. Ничего не знаю, ничего не ведаю. Все вы тут. Я вот что думаю, Кузьмич, если они спрятали его, то где-то здесь поблизости. Все, что можно было, и ваши, и наши ребята обшарили. Да. Правда, есть еще одно место в Костиной балке. Сторожка старая, давно брошенная. Чего ж ты молчал? Далеко уж больно. 20 верст с гаком. Вряд ли догадается. И место совсем гиблое. Ты же разведчик. Ты же понимать должен. Только в таких местах и прятаться. Лошадь найдешь? Ну, ясное дело, найду. Только лошади там по брюхо будет. От дороги-то 10 верст с гаком. На лыжах оно будет надежней. Лыжник из меня хреновый. Лошадь давай. А так как-нибудь пролезем. И это, вашего милиционера прихватим. Пусть мои отдохнут. Умаялись. Как скажешь, Зиновий Петрович, как скажешь. Я тебе сына своего в провожатые дам. А что сам? Устал я. Да и нога стерва третий день покоя не дает. Боюсь, как бы рана не вскрылась. Да ты не волнуйся, Зиновий Петрович. Парень он у меня бойкий и местность хорошо знает. А меня уволь. Стар я уже для этого дела. Сергей, иди сюда. Здравствуйте. Комсомолец? Комсомолец? Помощь твоя нужна. Зови дядьку Игната. Скажи, дело срочное есть. Я мигом. Да кожушок надень, а зябнешь. Хороший у тебя паренек. Хороший-то хороший, да норовистый уж больно. Ну чего, зови в дом, приглашай гостей. Ну, прошу. Ну, здоровы будем.
Ну вот, спасибо. Чем богаты, угощайтесь. Картошечка. Ну вот, хоть убей меня, Зиновий Петрович. Ни за что не поверю, что этот Полетаев какой-то там шпион. Ну вот кто он был до войны? Мать, скажи. Да, ну ой, что он говори. Мог девок щупать, да зубы скалить? Ну ведь так. Огурчики сами делали, да, мать? Сами. О, хорош. Я свои, правда, свои. Больше чесночка кладу. Мать, кладу. Не-не-не-не, ага. Я просто люблю, чтобы поострее. Ну, у меня вообще полетаю вот эти вот Тимофеевы, сравню со своей сраной. Они бы у меня лагерной пайкой давным-давно уже давились. Где-нибудь там, у черта на рогах. Да уж куда, рогатей нашей казенки. Туда, где за тучей белеет гора. Туда, где за морем синеют края. О, хороший тост. Ты вон возьми нашего этого, как Иванчикова. И все это, руководство наше. Говнюки, либералы. Это, им тазы, понимаешь, в банях подавать голжопиком всяким. Они в органах работать. Я половину бы наших этих органов сейчас бы утырил туда, он, где он. Полетаю вам к вашим. Да. Строг ты, строг, Зиновий Петрович. Ничего. Еще не у меня. Еще все они у меня, ну, понимаешь. Да. Рыло-то у всех в пуху. В пуху, понимаешь? Как у тебя, Кузьмич? Ты что? Ты сейчас поверил? Ты сейчас... Поверил. О! Приехали. Увязнешь? Лошадь выпрягай. Кошовка легкая. Втроем вытяните. Лошадь-то ничего? Толковая. Толковая лошадь. Ну, с Богом. Такой партийный стаж, а без Бога не до порога. Да деревенщина никак не перевоспитается. Не умничай. До леса не доезжай, с дороги сворачивай. В поле-то снегу поменьше. Увязнешь, лошадь угробишь. Знаю. Все-то ты знаешь. Ну вот, слава Богу, уехали. Матушка, собери-ка мне скоренько чего из еды. А ты куда? Не спрашивай, не отвечу. Кузьмич, не ходи, не вяжись ты в это дело. Будя. Жалко, вот ружье забрали. Придется нож с собой взять. Христом Богом молю, не ходи. Или хоть скажи, куда ты идешь. Не скажу и не упрашивай. Ты вот что, ложись спать, я скоро буду. Господи, на какой уж тут сон. Вперед меня вернуться. Скажешь, мол, знать ничего не знаю. Ушел недавно. Куда? Не сказался. Ладно, все. С Богом.
дурак ты, дурак. Не знаю. И знать не хочу. Что у тебя там было? Может, и виноват в чем? Бежал-то зачем? Наверняка же знал, что не спрячешься. Семью под удар подвел. Шурку вон с Анной Захаровной. А Шурка-то, ну не глупый ли? Нет, чтобы со мной посоветоваться. Я бы уж что-нибудь поумнее придумал. Да куда там? Ладно. Пойду домой. Пусть там меня и возьмут. Заодно и со своими повидаюсь. Сдашься. Беду от них отведешь. На-ка вот. Бери, бери. Пригодится. Кузьмич, а? Дай руку. Ельника, до поворота со мной дойдешь, а дальше сам. Ты чего? Болен, что ли? А? Чего ты? Нормально, сейчас пройдет, это бывает. Нервное. Сейчас. Давай, давай, вставай. Ну, вставай же, понимаешь? Мне быстрее надо до рассвета успеть. А то не приведи Господь. Вернуться эти. Кузьмич, а? Ты только не бросай меня до поворота. Не брошу, не брошу. Ты не отставай, след в след иди. Ну все. Дальше пойдешь сам. По дороге-то придумай, чего говорить будешь. Ну все, с Богом. Ну иди. Да иди же. Кузьмич, не побрезгуй. Обними меня на прощание. Ну, будь, будь. Страшно мне. Будь. Умирать страшно, понимаешь? Ну, иди, и, ну, давай, иди же. Левее держись!
Ну что ж, Кура. Устал? Ноги, говоришь, брат? Зиновий Петрович, ты что? Не вздумай, падла, мне больше врать. Не вздумай, сука, пристрелить. Зиновий Петрович, ты не серчай. Ну так уж вышло. Пошел в дом. Зиновий Петрович. В дом пошел. Ну так уж вышло. Я тебе сейчас все объясню. Пошел в Идем дом. В дом. Я тебе все объясню, Зиновий Петрович. Я все сейчас объясню. Пошел. Ну, говори, гнида, где был. Только не врать. Как только вы отъехали, я ж другое место вспомнил. У Лихого болота. Землянка там есть. За озером. Бывшая берлога. И подумал, авось там прячется. И собрался. Так а что же? Рыбина твоя молчала. Так не сказался я ей. Ну, не бабское это дело. И потом решил, обнаружу, что скажу. А коль нет никого, чего ж зазря трепаться? Ну, значит, пришел ты туда, а там никого не бывало, да? Как раз наоборот. Там ваш Кирилл Полетаев, там. Врешь, сука. Да какой резон мне врать-то? Ну, подумай сам, с чего мне врать-то? Ну, дальше. А дальше, ну, посидели, поговорили. Я говорю, так, мол, и так. Податься-то тебе все одно некуда. Да и люди зазря из-за тебя пострадают. Ты бы объявился добровольно, говорю. Все одно ведь изловят. Иди спокойно домой. Попрощайся напоследок со своими. Ну, дальше. А дальше пошел. Я его еще проводил немного. Ты понимаешь, сука, что ты сделал, а? Ты ж преступник из наших рук. Из рук вытащил. Ты знаешь, что за это бывает? Ладно. Сколько от того места до Борового идти? Ну, час, два. Не, поболее будет. Да и без лыж по снегу идти убродно. Ну, к полудню будет. А там его и перехватят. Так, я на телефон. Пырин. Сейчас там это, сын его вернется. Угу. Ну, с этим, с участковым, с местным. Сориентируйтесь тут. Сами, не маленькие. Ну, так что, по-шустрому. Есть. Но если к полудню не явится контра. В моем эшелоне вам всем места хватит. Господи, что же теперь будет? Ну, что будет, то и будет. Ты, наверное, еще не успел за деревню уйти, как он вернулся. За ним мог, говорит. А по глазам вижу, что хитрит. Про тебя спрашивать стал, кричать начал. А я что? Как ты меня научил, так я ему и ответила. А ты и вправду Кирилла нашел? Ладно, мать, не гунди. Не до того теперь. Ложись спать и ни о чем не думай. Как же? Попробуй теперь не думать. Ничего. Бог даст, все образуется. О, приехали. Сергей-то в одной фуфайке поехал. Угу. Продрог, поди до костей. Тихо, дядя, не хорохорься. Да мне бы к сыну.
Сделал свое подлое дело, успокойся. Теперь же без тебя как-нибудь разберемся. Да я ж никуда не денусь. А ну давай, ну иди. Ну что ты? Иди, иди, иди. Присмотри за ним. Угу. Спокойно. Хватит, помоги! Батя!
Пощади нас, Господи, чтобы дети наши не помнили зла. Спаси нас, Господи, чтобы наши дети жили как люди. Сохрани нас, Господи, потому что мы люди, а не звери.